Всем здорово! Нам осталось всего 1500 до 70к. Это огромнейшая цифра, и я вам очень всем благодарен. Большущее вам спасибо. Ну и вот для вас ролик почти на 30 минуток. Запасайтесь вкусняхами и погнали в наше долгое путешествие. Приятного просмотра. Не, нормально так рейдят здесь. Дома зарейженные. Вот я бы тут построился, на самом деле. Надо спалку кинуть. Так, это у нас... Бандит кэмп, а рейдят у нас где-то там. Зарейженный домик. Тут... Стоп, не понял. Не понял сейчас шутку юмора. Тут есть пушки? Скажите, что тут есть пушки, пожалуйста. Тут есть двери. Блин, и шкаф залоченный. Двери и шкаф залочены, а тут есть огненные? Лишь бы сюда сейчас никто не пришел. Тут кровать еще. Сколько тут семян, тут разрывной есть. Ёлки-палки. И око. Замок. Шкаф. Тут буры есть, тут все есть. Тут челик в упоре долбит что-то. Вон постройки, дверь тут была. На. Фух. Я справился. Я справился. Сколько тут ресурсов! Живем, просто живем. Теперь это моя хата. Какой у меня классный дом теперь, со вторым верстаком сразу. Ничего себе, я еще могу выдолбить там потолок, там, наверное, тоже лутовая какая-то. 100%. Вот это я понимаю, просто четенько пришел. Я забрал себе кровать. Вау. Ой, сейчас просто начнется месиво. Это знак просто. Это просто знак. Там должны быть пушки, скорее всего. Придется выдалбливать. Наверное, бурами это будет быстро. Блин, а что мне с этими замками делать, вопрос? Я думаю, у меня 100% тип под хатой сидит. Сейчас мы ему попробуем лицо вскрыть. Fatality. Я вот что думаю, может быть изучить кирку и просто ее потом чинить? Кстати, это нормальная идея, просто чинить кирку. Ой, блин, когда же закончится эта долбежка, наконец-то. Бобовки выпали! Красота! Тут еще верстак. Красота! Я не зря это делал. Я не зря доубился туда. Еще ящики. Фьюзов сколько! А там что у нас? Блин, пустой ящик. Так хотелось пушки найти! Ну, нашел только металл и бобовки. Еще МВК, боже. Я стоял дома, перекладывал ресурсы, нажитые непосильным трудом, как вдруг услышал паренька. Как оказалось, это был хозяин этого домика. This base is decaying. You live here? It's your base? Yeah, I used to live here. Yeah. Oh. Так, ты русский? You Russian? Да, да. Нормально. Нормально, у тебя тут это, стеночка сгнила, я тут заселился. Внезапно. Да, я понял. Ну ничего, живи. Да? Пойду в другое место. Не подскажешь пароли? Да, давай. От гаражек. Давай, я все открою. А вдруг ты закроешь?
короче, пароль 1377. Офигеть, какой жесткий пароль у вас был. Может, тебе дать что-то, гаражки какие-то? А то, блин, я базу вашу спер. Ого, реально подошли. Я, значит, тут выдалбливался, у них такой язычный пароль был. Так как у меня ничего не было изучено, мне нужен был скраб, и я пошел перерабатывать все компоненты. Так, мне надо пойти все переработать и купить себе ЛР-ку, потому что без ЛР-ки я даже отбить дом не смогу, если меня придут рейдить. Или лучше две береты. Хотя нет, ЛР-ка будет вкуснее. Bullshit. Give me 1k scraps. Why? I can give you bandage. The admin team, I'm gonna show you. В такие моменты смотришь на этот скрин и смотришь на свое количество скрапа и становится как-то грустненько. Но ты всегда готов поднять больше скрапчиков. Угу. 1500 поднял. Пойду пушки куплю. Три ЛР-ки — это неплохо. Очень даже неплохо. Что может быть прекраснее, чем звуки рейдов? Естественно, я со своей ЛР-очкой, без шприцов, без ничего, пошел разбираться, потому что у них наверняка было все, что мне нужно. То есть оружие и хилочки. Ну, я походу вижу, что рейдят. Вон тот домик под горой. Скорее всего он, потому что тут больше я не вижу домов. О, я понял. Отлично. Вот сейчас не понял. Are you okay? Hey bro, I killed them all. Oh, really, thanks. Oh my god. Oh, save me, man. Good luck, bro. Вот такое мне нравится. Найс. Миссия по спасению бомжика была выполнена успешно. Мы выбили пушки, убили рейдера, в принципе, остались в плюсе. Но мне нужно было больше пушек, и поэтому я отправился дальше на поиски приключений. А он в доме. И вон тип в антираде. И он идет за мной. Оп. А вон типы, которые сзади меня обходят. Умники. Давайте, обойдите меня.
G-Man. Вот так вот это делается, дружки. Вот так вот правильно обходить тех, кто обходит тебя. То смотрите, какие умные. Классно, у меня теперь есть пушки, у меня теперь есть все. Мне нужен третий верстак, и тогда я смогу уже кого-то порейдить. Тогда я смогу изучить разрывной и пойти кого-то бахнуть. Пс, I see you. Take this. Maybe you need... Yes. Ничего себе. Я не пойму, это что, тут здоровый клан рейдит или что? Столько ракет пустили, что от моего дома уже ничего бы не осталось, если бы они пришли. Не, это походу немного дальше рейд. Ну да, я вижу, где. Нифига себе там взрывов. Офигеть, что тут происходит? Они просто запускают туда бомжей, чтобы они бежали. Понял. Тут какая-то жесть происходит. Но здесь где-то тип с калашом. В белом сете. А, он уже лежит. Я приходил туда снова и снова, но, как оказалось, пулеметчиком стреляться смысла особого нет. Да, я хотел зарейдить моего соседа, и мне понадобилась небольшая помощь. А для этого я позвал Пончика, известного как неуловимый боец номер 2. Ну, почему я сейчас никого уже не вижу? Они, походу, файтились на этом. Вижу. На выходе, короче, с аркой. Ой! Оу, что так много? Это я голый. Угу. Это ж ты, волчан? Да. Хулиган, да, с пешкой. А, ну. С берданкой, три антирада. О, иди сюда, слышь. Тут челик отдыхает на улице. Вот, не, вот этот. О, это я. Он даже вот, смотри, вот отдыхает. На, держи, это тебе. Антирад, оп. Берданка, патроны. Куда? Драться. Я только порох на крафт поставил. Поехали. Go. Let's go. Let's go. Опять ты же Раббасина не сможешь пройти. Слушай, заряженная лошадь на фунт. Почти. Ого. Вот, я хочу вот этот дом зарейдить справа, антирейдовый, видишь? Бункер. Вот это? Справа, да. Я что-то не понял, ты что, намекаешь на то, что я бомжатники рейжу? Вижу, впереди на лошади, да? Вон. Ой. Нормально зажимаешь. Так. Ты что, еще справа, снизу. Дал голову, не знаю, убил, нет. Ой, справа тип вижу. И не один, беги! Сейчас мы их примем. Не. Я могу. Ты моешь их на себя, я могу обойти их в спину. Их трое! Минус 2, слышишь? Дожимай последнего. Там еще его сложно. Ну лошади с. Чё, всё, что ли? Да. А чё так изи? Хватаешься и текаем отсюда. Я, конечно, ни на что не намекаю, но это реально было изи. Всё, быстро скидываемся, летим дальше убивать. А это чё такое? Пожалуйста, только не по голове, пожалуйста. Только не ПВО, только не ПВО. Кстати говоря, тут где-то она была. Прыгай, брат! Это та самая... Челик в антираде бежит. Челик прыгает в антираде. Это Илья. Нет, дядя, тут 250. Правый, правее. Вижу. Да зачем, ну чувак? Ходи. Я труп. Слушай,
Так много было. Голову дал. Положил одного. Тут еще один напротив меня. По мне, сейчас по мне жмут. Двое. Их два. Минус. Еще минус один калашист, слышишь? Хорошо. Где еще один? Вижу, под вэпом. Последний под вэпом. Сейчас отхилюсь. По мне жмут. Меня убили, меня ваншотнули, все, забей. Это АВМ. С крыши. Я нацепил топ-сет и вернулся туда снова. Ведь нам нужны были калашики. А калашики были у них. Пойдем. Там с базуки стреляют. Ну да, это там взрывают. Не, на крыше лаунча нет, это понятно. Вон, вижу. Раз, два, три. Три типа на будке стоят. А, так они не на будке, а на трубах. А вот и наш дружок летит. Коптер как будто вот перед лицом. Звук такой, да? Его не видно. Он прям перед лицом, слышишь, повернись. Чего? Хуба. А, и вправду. Они его сбили. Опача. Давай. Куда тебя, сюда посаживают? Да. Я перепрыгну. Прыгай. Все, я запрыгнул. Ты в вышке? Да. Вот того ближнего подойти бы да жахнуть. О, смотри, там. Там четверо, там пятеро. Пойдем отсюда. Нам нужно обойти и с другой стороны зайти. Вообще обойти нужно. Или. Походу. А, нет. Он на нас упал? Ну, радужно. Нам надо было на вышке сидеть. Он к танку упал. Лакшери вариант. Нормально. О, мы можем отсюда запрыгнуть. У чуваков сейчас там 6 крейтов будет. Меня Радик бьет, что? А. Вижу типа с базукой бегает по заборчику. Я могу типа ща бахнуть. Двух типов. Азимут? Впереди двое. Я кидаю гранат туда. Справа один, он там же бегает один еще. Сейчас 4 типа сюда пойдут, слышь? Не топай, не назад топай. Прыгает на запоре. Илья, это не Илья, это чел. Тихо. Минус два. Ты минус? Нет. Вижу. Я минус два дал. Я хиляюсь. Ракеты. 500 скрапа. Калашик есть? Не знаю, лутай. А, я сейчас залутаю. Кройте. Там второй труп валяется еще. Вижу на крыше один. На крыше. Ты с лазером? Да. Есть ящики, нету? У тебя есть что-то, оружие и так далее? Два калаша, болт. Ты сейвишься. Короче, смотри, иди сюда. На, держи вот это все. И ты сейвишься сейчас. На. И стенки на. Он ждет своих. Вижу. Я умер. Серьезно? Да, ты жив? Пока да. Меня убили, но самое ценное, я отдал все пончику. И прибежал снова. Ведь они могли меня не залутать, так как была очень темная ночь. Меня не полутали, чуваки! По сути, мы остались в жестком плюсе, так как мы выбили ракеты, выбили базуку и все остальное. По пути домой я встретил двух фулгиров. Да, за ними мы еще вернемся. Ладно, надо будет сюда вернуться просто и все.
Во, вижу их. Первый, а второй. Вижу цель. Мы в 100 метрах от тебя. Барабанщик. Вот. Тихо. Меня увидели. Они прием, снизу? отступаем. Да, они снизу. Отступаем. Я в бок сейчас зайду. Смотри, как он попадает и как спреет. На арке. Вижу, тихо. Сиди. Голову дал. Сейчас меня запушат. Вижу. О! Передо мной прям. Тихо, не прыгай. Он очень агрессивный. Я голову отвесил. Ты жив? Да. Да, наверху. Он что-то знает. Меня убил. Я ему две башки дал. Убил его. Я мертв. Я далеко. Вижу второго. Минус второй. Он тупо, он так меня типа фокусил, понял? Как-то, ну, я хз. Ну, тебе скажу по секрету, они 100% тут бегали. Вот в этом леску, видишь? Тебе антиратчика надо убивать. Попасть бы еще. Да. Давай. Сейчас разобьют, смотри. На! Умерли. Я не призарядился. Я бегу за ним. Mission completed. У этого худи только. Миссия выполнена. Объект сдох. Дядь, иди сюда. Объект... А, ну, тут такое. Объект разбился. Сейчас эти челики выйдут, проверяй. Нормально. Уже идут, уже идут. Один с самоказом, один слева внизу. Они в топ-сетах. Тихо, 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 тихо. Сейчас справа. Один готов. Башку дал, все. Минус оба? Да. Ой, плюс два топ-сета. Предлагаю отсюда улетать сейчас. Садись. Оп. Пацаны, горный козел Илья покоряет вершину. Ну или просто козел. Я надеюсь, у тех пацанов будет ткань в доме. По сути, 4 ракеты — это всего 2000 пороха. А это не так уж и много. Так, я пошел третий верстак крафта. О, у нас еще 1000 скрапа. Я думаю, можно быстренько его бахнуть. Там, может быть, 150 скрапа будет. Вот антирейд бункер. Блин, мне кажется, я чуть-чуть не туда начал рейдить. Мне кажется, тут бункер. Топот есть за скалой. Топот за скалой? Я был топот, я слышал. Чувак, смотри! Что там? Чувак! Тут ткани миллиард. Аккуратно, чтобы вас не заврыли. Вот топот был. Нормально ты вскрыл, чувство. Тут сощелька есть. Отойдите. Хорош. 1000 скрапа. Ой, серый дядька. Я тебе говорю. Ладно, лезь.
Чувак! Чувак! Ой-ой-ой-ой-ой. Илья, быстрее. Ты видел, сколько там всего? Вот и скажите мне, что это фиговый рейд. Слышишь, это мы чей вклад вскрыли, я не понял сейчас. 1000 скрапа. У них там еще 1000 на 3 скрапа лежит. Ну, у меня 25 схем. Трубы, корпуса на полуавтоматы очень много, короче. Hello, boy. Отдай мне арбалеты. Come here. Hello there. Hello, yeah, hello. Yeah, don't kill me, I'm trying to get my stuff. Come. Там двушки внутри, аккуратно, могут вас хлопнуть. Okay. I'm falling. Shit. You can take something. Hello, guys. For you. You can take something. Are you serious? Yeah. Holy shit, thanks, dude. No problem. From anywhere? Yeah. Ну все, я сказал бомжу то, что он может забрать там что-нибудь. Сачельки у него были, которые я так долго искал. Через некоторое время мы услышали взрывы, и мы сразу же полетели на антирейд. Но мы же любим веселуху. Сколько печек! Ты представляешь, какой тут клан был? Там ПВО! Дивел. Походу это конечное. Ох! Я уже хотел спрыгивать. Во! А откуда они стреляли, я не понял. Минус один. Один остался. Он очень жестко жмет. Один наверху, вдалеке. Ты живешь? По нему лупят. Он слишком жестко жмет. Хит дал. Убил. Хорош. Хамза не пикает, не вижу. Хамза все уже. Топа. Чё у него было того типа? Тут три типа. Два типа. Нет, у меня стенка не ставится тут. Да, это был очередной киберспортсмен, который вешает только головы. Кстати говоря, у него 2 дня назад был получен ВАК. После всех файтов я решил немного апнуть свой домик. Ведь нас должны были зарейдить, но... нас так никто и не пришел рейдить. Эх. Онлайн на сервере начал постепенно падать, и мы с него вышли. Надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы не забыли оформить подписочку, если она еще не оформлена. Всем пока.